С 31 октября 2002 года был установлен профессиональный праздник дипломатического работника, который отмечается в нашей стране ежегодно 10 февраля и связан с ознаменованием 200-летия юбилея Министерства иностранных дел России. Так, в Институте международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета прошло торжественное празднование Дня дипломатического работника. Студенты института прочитали свои доклады о том, каким должен быть харизматичный дипломат, рассказали о структуре молодежных организаций, а студентка второго курса даже посвятила стихотворение дипломатическим работникам. Ты, говорят, устал, идет молва такая. Но что бы ни сказал простой народ, ты личность важная, прямая. Ты любишь делать все дела в определенно точный срок. И вот, когда, казалось бы, на внешнем фронте бушуют ураганы, ты попиваешь нервно крепкий кофе и временишь со сном. Авторитет страны отстаиваешь ильяна. Неважно, в какой точке мира, в какой трудный для нас год. Стоит отметить, что среди дипломатов бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля, потому что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание посольского приказа первого внешнеполитического ведомства России. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.